Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем выживание в космосе. Ну и сразу у порога вам скажу о том, что у меня первые 10 минут не записались. Но давайте честно, вы особо ничего не пропустили. Сейчас объясню почему. Я сходила, тут не поблизости есть вот почта, и там вот были вот такие вот ящики, ну и в принципе вот различные ресурсы, то есть я пособирала их, и все. То есть ничего особого такого суперинтересного вы не пропустили. Я еще там не закончила, поэтому мы сейчас полетим туда. А пока я туда лечу, я, конечно, прошу вас очень сильно, вам же не сложно, в принципе, поддержать канал, там, ну, лайк поставить, комментарий там написать, ну, или в полном счастье, так сказать, порадовать меня, подписаться на Дзен-канал, если вы там вдруг еще не подписаны, ну, может быть. А мы пока полетим. Вот тут, короче, были коробки. Коробки с посылкой. Мы здесь уже раньше были. Я их просто раздербанила, ну и собрала ресурс. Вот, летает до сих пор. А, стой. Опять. Это что? Трусы? Спортивные трусы? Зачем они мне? Новое достижение. Ну ладно, за достижение окей. Здесь что еще осталось? Шаурма. Ускоритель. Блин, ребят, ну это все, это кайф. Здесь что-то еще есть? По-моему, что-то... Ой, головой. Щелочь вижу, кстати, вон там. Надо будет ее тоже позабирать. Здесь что-то еще осталось? Из такого интересного. А, во, что это такое, колонка? Да, это колонка. Я уже ресурсы определяю просто по взгляду одному. Дыши, дыши. Проблема, опять что? Проблема в том, что я забыла. Что нам предстоит? У нас вон там кислород есть. И там вот в этой стороне мы не были, в той стороне не были. Сначала осмотримся то, что около меня, потом полетим дальше. Понастроим там кислородных станций, чтобы как-то выживать, и будем летать. Попробуем создать, что нам нужно. Нам костюм нужен создать, иначе мы так и не улетим отсюда. Если я правильно поняла. Дыши, дыши, дыши. Дыши, мужик. Дыши. Меня смущает вот эта штука. Я ее вроде изучила, она до сих пор этого отображается, так сказать. Что у меня вот тут еще есть? Там посмотрели, там посмотрели. Здесь у нас какая-то морозная фигня. Не знаю, смогу ли я туда дойти. Я постараюсь. Здесь еще что-то есть. Так, щелочь есть. Надо будет вот это все собрать. По тихой грусти. Здесь мы были. Посмотрим сейчас по-быстрому. Тут были, там были. Где мы не были? Вот тут не были. Да? Да. Надо было воздух хапнуть. Ладно уж. Здесь что? Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут... Понятно, туалет. Блин, ну зачем? Бедный хомяк. Ну серьезно. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Ой, жестокая игра. Хомяка убили в туалете. Сейчас я подышу и вернемся туда. Ой, жесть какая. Пустите меня сюда. Я тут раскидала вот эти вот контейнеры. Это то, что я нашла там. Ой. Это я нашла все в этих посылках. Во, помнишь пока, блин. Это тоже сюда засунь. Это сюда засунь. А что мне сделать? Надо поесть будет. Не знаю, сколько мне надо питательной жидкости. А это не очень. Что мне нужно? Питательное. Лед еще нужен. Лед. Лед, лед, лед. Давай сюда. Сейчас мы сделаем питательную жидкость, простую, которая. И схаваем ее. А то у нас плюс 30 надо всего. Поэтому сделаем простую, пускай будет простая пока. Хомяк, давай ты тоже в еде полежишь, пожалуйста. Его к слоту можно. Блин, это что, декор, что ли? Фиговый какой-то декор. Зачем выбросил? А, целая куча управления непонятного. Так, так. Эй, это возьми. Я все привыкаю к управлению. Да. Да, и такое бывает. Где мы там хомяка? Вон там нашли? Пойдем туда. Будем ломать оставшиеся хомячковые запасы. Давай, что у тебя здесь? Это у нас проволока. И
Из полезного. Здесь есть разбить этот контейнер. Я сейчас обледенить. Опа, очищенный металл. Вообще норм. Нормально. Так, здесь еще что-то есть? Вроде ничего. Вот здесь, значит, я не замерзаю. А вот там я почему-то замерзаю, кстати. Здесь же тоже лед. Ну, прикол. Так, так, так. Ну, лампа. Найс. Вот там что-то есть. Где еще есть? Я не знаю, как туда идти. Типа, блин. И мне надо еще сделать инструменты, которых у меня нет. А у меня нету, по-моему, щупа. Щупа у меня, по-моему, нет. Его надо сделать и пойти тогда. Давайте тогда сразу сделаю, чтобы мало ли что мы там найдем. А если ничего не найдем, то я бы собрала на самом деле... Ой-ой-ой, воздух. Я бы собрала щелочь. А щелочь тоже, по-моему, щупом собирается. Заходи. Что мне нужно? Давай смотреть. Снаряжение. Так, это фонарь. О, ускоритель. Шаурма и желтоватая вода. А-а-а, так вот зачем желтоватая вода мне нужна. Давай, это. Отлично. Открой. Где мое снаряжение? Ускоритель. Ну сейчас, блин, надо вот это только сделать осталось, да? Да. Свинцовая краска, стекло. А где стекло взять еще? Будем искать. О, желтоватую воду можно делать. Это мне станции. Я станции потом буду делать. Давайте сначала с инструментами. Мне нужен щуп. Очищенный и алюминий. А это, по-моему, здесь у меня. Очищенный металл и алюминий. Может быть, сразу два? Лом у меня еще один есть. Дрель у меня есть. И секатор есть. Я сделаю тогда один, два. Сколько у меня получится? Один точно сделаем. Еще один сделается? Еще один сделается. Отлично. Все, теперь у меня есть инструменты. Я могу... Ага, тут все забито уже. Я сейчас выброшу, где будет место. И... А, это я сейчас... О! Нормально, это ушло. Кислородные свечи беру, инструменты беру. Заместо чего бы мне их поставить? Давайте пока вот так. Если мне понадобится сканер, я им воспользуюсь. А это инструменты, которым собираем. Поэтому пойдем так. Опа! Летим. А-а-а, так он это временный. Я думала, он мне просто даст возможность. А нет, нифига. Чально. Я надеюсь, что я не сдохну. Надо главное будет повернуться, когда мы начнем заледенеть. Добыть. А, дрель. Что я добываю из бака с водой? Воду. Она мне не нужна. Что здесь еще есть? Здесь есть такие желтые, здесь что? Бак с отходами. Стой. Стой, вернись. Ну не так нормально, замерзаем. Желтая вода. Не знаю, зачем мне желтая вода сейчас. Так, я уже боюсь. Здесь что? С отходами. Так, все, вижу цель, не вижу препятствий. А то мы сейчас откинемся от обледенения. Надо срочно скинуть обледенение. Не, ну с этим будет гораздо проще, я думаю. Давай. Отлично. Ускоритель есть. Дополнительный воздух есть. Фонарик тоже есть. Мне осталось только костюм собрать. А, пролаги. Ну давай отходы опять же сюда. Мне столько с собой не нужно. Хорошо, там по факту значит нету. Нам нужно найти краску. Свинцовую краску. Там нету. Летим дальше. Здесь осматриваем. Но я думаю, что свинцовая краска там, потому что мы там находили. Посмотрим здесь. А теперь. Здесь тоже вроде бы ничего нет. Ничего? Ничего нету? Из вкусного. Вон там может что-то еще быть. Вон туда. Давайте туда. Там какой-то взрыв. То ли что это? Вот здесь мне особо-то ничего не надо. Потому что там бак с отходами, бак с водой. Я их, конечно, могу поразбирать.
Но куда мне столько воды? И куда мне столько баков? С отходами я не знаю. Мне столько просто не нужно. Если что, я могу их сама сделать. В космосе дофига всего. Давай, тут что? Что здесь? Что-то важное? Что-то интересное? Нет? Нет. Окей. Я полечу через генераторную вот эту вот... Ну, точнее, свой воздух. Здесь мы тоже были. Но по факту мне нужно вот туда. Там тоже лед какой-то. И туда. Да? Вот эти вот штуки. Вот здесь мы не были. То есть в той стороне. Окей. Полетели за воздухом. Да, я вижу. Я не буду использовать ускоритель, потому что я так успеваю. Ускоритель использую на, так сказать, называемый поход. Заряди воздух. И полетели. Мне его в обратку тоже хватит, но уже надо бы как бы с собой взять. Его не так много осталось. Давай, полетели. Вот сюда слетаем. Ну и дальше полетим потихоньку. Надо генератор только не забыть. Да я могу. Это же я. Снег. Тоже какие-то обломки. Вот почему я не могу с обломков краску там собрать, например? Опа. Это мне нравится. Давай. О, свечи. О, нормуль. А, так тут много. Давай собирать. Может, что полезного будет? Давай. Мне нужен свинец. Вам нужен лом. У меня есть лом. Не ври. С инвентаря он брать не умеет. Придется ему ложить. Так. Это питательная жижа. Это лед. Еще не то. Еще есть. Ломаем. Блин. Это тоже не то. Это мне не надо. Дай мне лучше свинец. Свинец. Что там еще? Что мне еще нужно? Стекло нужно. А, ну тут мы тоже были. 200 метров. Сюда тоже 200. Везде 200 метров. Ладно. Надеюсь, успеем. Очень надеюсь, что мы успеем. 13. Заряди быстрее, я не успеваю. Давай. Терпи, мужик. Сейчас здоровье начнет тратиться. Давай. Чуть-чуть осталось. Отлично, успели. Все, не задыхайся, ты уже дышишь. 250, блин. А мне останется-то всего ничего. Плохо. То есть я сейчас только туда, обратно, но обратно мне уже надо домой, чтобы взять генератор. Иначе мы откинемся. Вот, тут какие-то 400 метров. Либо. Я сейчас одним глазком гляну и скатаюсь, возьму еще одну станцию, поставлю ее где-нибудь тут. Логично? Логично. Если ее не поставлю, так и будем здесь шататься. Шатаюбиться и все. И толку от этого никакого. Здесь целая куча краски. Вот возьми ее, спили. Что тебе мешает? Что тебе мешает? Это же краска. Мне краска нужна. Как мне ее добыть? Дай добыть. Бывай. Ага, мне обратно уже надо. Ага, ну да, вот сюда надо. Здесь какой-то корабль. Летели. Я сейчас возьму генератор, создам еще одну станцию и полечу. И здесь же поставлю себе какой-нибудь этот пункт такой перевальный, дышащий. В этом случае я никуда не уеду. Там потому что 200 ни о чем. То есть я сейчас воспользуюсь, чтобы долететь. Вернусь сюда, подышу, и все, он закончился. Правильно. Идти. Мне даже не хватит долететь сейчас. Печаль. Сейчас ты будешь здоровье тратить. Значит, мы еще и спать будем, чтобы здоровье восстановить. Давай, мужик. Его же мужик зовут? Мужик. Терпи. Отлично. 180. Ну, все потратим. Все потратим на обратном пути уже. Печально, но факт.
Полетели. Сейчас пролечу через вот эти штуки. Вдруг там что-то тоже еще есть. Ну, мало ли. Вдруг что-то спрятали, а я не в курсе. Там еще что-то. Ну, там были. Там тоже ничего. Почти все смотрели. Вот тут это что? Вот это шо? Это шо такое? А, шаурма еще одна. Ну и тут нас собрали, да? Но здесь ничего нет. Полетели. Домой. И в ту сторону лечу. Чего бы нет. Но там... Блин, там что-то есть, но туда тоже нужна перевалочная станция. Значит, мне нужно две станции туда поставить и эту подзаправить. Лети. Ну, сейчас все сделаем тогда, ничего страшного, ладно. Кажется, вот она, вот уже наш кораблик, а он так далеко. 120. Где там медленно? Надо еще быстрее. Еще быстрее. Какой-то двойной ускоритель ему сделать. Что мы делали? Шаурмы делали? Давай две шаурмы тебе запихаем, будет у тебя двойной ускоритель. Давай. Почти. Залетай. Ух, живы. Сейчас я все выкину опять же. То, что мне не надо. То, что у меня уже никуда не помещается. Угу. Там тоже... Ну, кислородных свечей у меня много. Воды много набрала. И питательных наборов много. Так. Это как раз, чтобы поесть, попить сейчас. Ага, здесь ничего нет. И здесь тоже ничего нет. Но у меня есть кислородные генераторы. Угу. Давайте смотреть снаряжение. Сначала сделаю, наверное, саму станцию. Где у меня объекты? Станции, да? Свеча как раз нужна. Лента и алюминий. Мне нужно их две. Алюминий раз, два. И лента два. Свечей дофига. Мне их пока хватает. Давай. Объекты, станции, создавай. Создавай быстрее. Раз и два. Так, две станции. Это мне, чтобы выжить. Это я сейчас съем, попью. Надо куда-то вот это вытащить. Открыть. Туда влезешь? Влезет. Мне нужны генераторы, по факту. Генераторы. Только благодаря им я буду жить. Где они создаются? В объектах? В ресурсах? Композиция? Ну, мне нет свинцовой краски. Сейчас найдем. Снаряжение? Во! Кислородный. Очищенный пластик батарейка. Очищенный пластик батарейка. Очищенный металл. Пластик. Батарейка. У меня батареек дофига, а чё? Угу. Что-то много. Окей, ладно. Создаю на все, что у меня могу. Они лишними не будут. Потому что это кислород. Опять куда-то засунул. Вот сюда. Создаю 3. Это я сейчас съем, освобождится место. Давай. Очищенный металл я еще могу сделать. Пластик у меня есть, батарейки у меня есть. Правильно? Правильно. Значит, не жалко. Пластик же у меня есть. Да, пластика у меня еще много. Здесь у меня... А, лом. Лом, давайте сразу. Лом, потому что у меня остался один. С одним ломом вариант вообще никакущий куда-то идти. Лом нужен. У меня есть дрель. Сколько у нее прочность? 8. Щуп. 2 лома. Ну да, пока нормально. Самое, что быстро здесь кончается, это лом. Давай ты будешь отдыхать. Я сейчас посплю, чтобы восстановить здоровье. Стану, как раз съем всю еду, которая мне мешается в инвентаре, и полечу. Поставлю станцию для того, чтобы мне там дышать, и будем осматриваться. Надо что-то с этим делать, да? Да. Не знаю, успели мы за сегодня что-то найти, скорее всего, уже не успеем. Но я надеюсь, что мы успеем. Просыпайся, брат. А, так, используй. И эти две мне все. Идеально. Помчались. Оба. Ага, хоба.
Вот так, хоба, а теперь хоба. Все, мчимся. Теперь нам либо налево, либо направо. Я предлагаю сначала искать свинец. А для того, чтобы искать свинец, нам сначала надо налево. А потом полетим вот на какой-то взрыв. Там что? А, кстати, взрыв ближе. Ну ладно, у нас, в принципе, точка здесь, поэтому как бы по барабану. Мы там поставим станцию и там поставим. Тогда мы сможем выжить и осмотреть нормально. Давай, лети. Хотя зачем я использую, блин? 100 метров мы бы и так долетели. Мне надо использовать, наверное, потом. Там какой-то корабль еще. А вон там какой-то свет. Нам, походу, на свет надо. Как говорится, когда не знаешь, куда идти, иди к свету. Оба. Я все буду забирать отсюда и менять. Ха. Так, пока у меня там еще есть чуть-чуть кислорода, давайте. Там 1288, но это основная точка. Здесь 300. Здесь 500. Угу. Ну там обледенение. Проблема в этом. Окей. Заряди. Перезарядил? Нет. А, держать надо. Окей. Полетели все-таки к свинцу. Я полагаю, что здесь должен быть какой-то свинец. Ну, или краска хотя бы. Потому что свинец сказали здесь. Ищи, где краска. Я ищу, где краска. Ну, свинца пока не вижу. Ну, внутри сейчас посмотрим. Как раз вот эта точка. Надеюсь, мне это о чем-то скажет, чем-то поможет. Если не поможет, то печально. У меня сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре генератора со мной. Думаю, мне хватит. Летим, летим. Блин, даже не знаю, а может не использовать ускорение только для того, чтобы знать, на каком расстоянии ставить. Наверное, так и сделаю. А то я что-то ускоряться-то ускоряюсь, и это плохо. Так, на единичку пока. Ну тут есть залет. Сюда и ставь, наверное. Оба. Стой. Готов? Готов. Заполняем и летим туда. Ага, заполняем. Еще на всякий случай. Все время занимает. Это наш кислород. Теперь мчимся. Вот тут какая-то цель. Обнаружено большое скопление токсичного красящего вещества. И если найти емкость с данным веществом, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. Выбор у нас небольшой, да? Я не могу разобрать краску. Что это? Разбить свинцовая пластина. Вот, вот. Значит, не собрали. Венец здесь. Свинцовая пластина тут. Окей. Мы здесь как раз поставили себе этот, как его, порт дышащий. И теперь можем собрать спокойно. Свинец есть. Теперь надо будет еще краску. Бакс, краска. Окей. Вот это? Бакс, краской добыть. Дрель. Дрелью, давай, давай, давай. О, идеально, все. Свинец. А что это все? Это все? Это разбить? Нет? Блин, такие большие, мне кажется. Было бы круто. Ладно, дышать идем. Где моя... Во. Проворонила опять кислород. Ну, от радости. Ну да, бывает. Нашли свинец зато, понимаете? Нашли зато свинец. Сейчас все будет хорошо. Все будет хорошо. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. 20. Почти успели. Почти. Отлично. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть хапнули здоровье. Ничего страшного. Давай, заряжайся и полетели дальше. Может, там и стекло дадут? Сомневаюсь, конечно, что мне так стекло тут сразу дадут. Но я хотя бы посмотрю. Новое достижение. Малые газы. У-у-у. Класс. Окей. Краски до хрена. Что с ней делать? А это летает просто краска, да?
Что вот мы это собирали. Да, это просто краска еще и летает. Свинец просто так летает. Зачем я била? Ладно. Это что? Понятно, что. Ладно, текстура. Я вижу уже целую кучу свинца. Я не знаю, мне прям дофига его, кстати. Мне тут на 3 скафандра хватит с такими успехами. Давай, давай, давай. Есть свои проблемы, конечно, что у меня не так много воздуха, опять же. Сейчас тут опять лететь. Я осматривать не успеваю. Мне нужен какой-то корабль, знаете, как в Совнафтике. Маленький такой корабль, ты его вышел, зашел. Идеально же. Под лодочку мне нужно, в общем-то. Космосу. Почему я не могу найти какой-то рабочий корабль? Ну, или свой починить. У нас руки... у нас же руки из этого. Попы. Как сказал наш компьютер, мы не в состоянии ничего сделать сами, поэтому нам не суждено. Ладно. Вопрос. Не бей, ты что делаешь? Господи, рак что ли? У меня аж что-то это... Сердце не прихватило, я думала, что сломает. ГГ. Полетели. Даже не знаю, собирать все или не все здесь. Я сомневаюсь, что если мне понадобится дальше еще рецепт, то мне его не дадут ресурс. Мне как бы все надо с собой. Сомневаюсь. Поэтому сейчас быстренько еще посмотрим. Если здесь тоже все самое, то мы просто полетим. О, дрель. Давай. Хова, хова. Лом. Ну, судя по всему, здесь только свинец и краска. Нужен лом. Хорошо, что я лом с собой всегда... Возьми. Оп. Сколько есть, столько собираю. И полетим отсюда. Если что, я знаю, где это искать. О, еще свинец. Давай, 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 давай. Мысли летать пол. Треби. Потреби. Ну, в принципе, да, это все. Супер, здесь ничего не вижу. Здесь то же самое осталось. Ну, там свинец я еще вижу летает. Ну и все так-то. Больше ничего нету. Ворот не виден, я в курсе. Плохо. Ворот не вечен. А у меня 80 метров. Ой-ой-ой. Кислород не вечен. И инвентарь не вечен. Это тоже большая-большая проблема. Зарядись. Отлично, заряжаемся. Ну, здоровье чуть-чуть тратится. Это потому, что мы капельку не успеваем. Ну, капельку. Ну, ничего страшного. Полетели теперь туда. Поставим еще одну кислородную станцию. Давай на 3 пока. И посмотрим, что вообще есть. Если там мы заледенеем, то это плохо. То мы потеряем все труды накопленные. Туда, кстати, 1000 метров. Туда лететь можно просто так. Чем паримся? Поставить еще станцию. Сгребстись и полететь. Что нет? Взять вещи и полететь. Скафандр надо только сделать. Ну да, да, какой полететь? Скафандр же нужен. Нам же сказали, что там огромное количество радиации. Если мы туда полетим, то нам Габелла. Мне это не нравится, но что сделаешь? Опасность обледенения. Я думаю, раз опасность обледенения, я буду там, где опасности нет. Стой. Вот тут нет опасности. Мы сюда и поставим. Чтобы мы знали, куда вылетать. Стой ты. Отлично. Полетели. Да, 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 я в курсе. Опасность обледенения. Но посмотреть-то нам надо. И еще одни разрушения. Здесь нет ничего горящего, что здесь какое-то... Кладбище спасательных челноков. Зона эвакуации совсем близко, но такое количество обломков не добавляет оптимизма. Факт.
Вообще-то мы хотели, чтобы нас спасли, а не чтоб столкнуться с чем-то. Это что? Крайне не рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Крохотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандра и привести к легкому приступу смерти. Легкому приступу? Спасибо. Вот. Вот. Вот то, что мы искали. Мы создадим сейчас с вами скафандр. Ребята, скафандр просто будет у нас. Блин, опять опасно. Опасно. Вот теперь здесь хуже, чем... Ни хрена не вижу. Вот чем хуже. Я буду лететь просто на значок. Ничего не сделаешь. Лечу неизвестно куда. У меня все замерзло. Но я набрала уже хотя бы сегодня. Вон свинец, стекло. Личный. Краску мы собрали. Давай, давай, давай. Ворот не вечен. О, как раз это... Вот, видите? Я поставила просто правильно. Пока я собираю кислород, я заодно оттаяла. Сколько у меня? Инвентаря немного. Ладно, еще один заход. Быстро смотрим, что там дают. Там я вижу бочки, но, блин. Если мы их лутать будем, то уже не в этот заход. Надо, наверное, собрать еще стекла, если я его сейчас найду здесь. Все понятно. Здесь стекло, там свинец. Игра становится намного понятнее. Из-за чего? Из-за того, что мы теперь знаем, как это все распределяется. А именно. Это лед? Да. А именно из-за того, что у нас есть точки. Какие-то определенные. Ну, они помечены. Значит, там сюда и надо. Мы их осматриваем. Находим рецепты. И все. Собери ты. И все становится сразу намного, намного удобнее и легче. Мне не нужно куда-то летать, там полжизни искать. Что? Это пластик. Блин, все. Мне надо выйти напрямую. Чтобы не упереться в стену и не замерзнуть. Сейчас как раз долетим и полетим домой, потому что инвентаря нет. Смысла оставаться нет. Будем с собой генераторы просто возить. Надеюсь, я лечу. Пожалуйста, скажи, что я лечу. Я не стою на месте. Там хотя бы есть какое-то продвижение. Нифига не видно. Такое чувство, что мы где-то застряли. Не вижу. Такое реально чувство, что мы где-то застряли. Ну нет. Не вижу. Мне стало страшно сейчас. О, мы где-то вышли. Давай сюда. Давай, просто выйди. Кислород не вечен. Сейчас найдем, сейчас найдем. Во. Там бак. Где мой бак? А, мы чуть ниже улетели. Блин. Жалко. Ладно, сейчас быстро. Свеча вот сейчас спасла. Вот для чего нужны свечи. Свеча просто спасла мне жизнь. Ух. Страшное место с обледенением. Я не знаю, как там лутать ящики. Наверняка в них должно быть что-то вкусное и ценное. Но, блин. Стоит ли оно того? Ладно. Решим это потом. Сейчас мы летим просто домой. У нас там 500 метров, да? Нифига, 200. А, это по низу вот так стоит. Опасность обледенения. Да отстаньте от своей опасности обледенения. Я лечу домой. Если мы сейчас... А, ну вот здесь... Блин, оно просто ниже, поэтому до него расстояние такое большое. То, что мы туда ходили, сюда, ну вниз. А эти чуть повыше находятся, поэтому до них не так далеко. Я думаю, что мы даже вот до этой спокойно долетим от дома. Мне хватит вот до дома, реально. Я спокойно долечу до дома. Я даже тратить не буду, которая между ними. Отлично. Ну, так и будем пользоваться. Сейчас мне остается сделать скафандр и лететь дальше. Лететь в зону эвакуации. Наверное, между ними надо поставить будет еще одну станцию. А там почему? Потому что там 1000, мы примерно 600-500 метров летим спокойно. Поэтому, думаю, одну станцию с собой взять, чтобы протянуть. Я надеюсь, что там будет кислород.
Или две станции взять? Хороший вопрос. Ладно. Одну и сохранимся. Если там будет все плохо, то мы туда возьмем еще одну станцию. Если все нормально, то с свечами справимся, надеюсь. И нас там куда-нибудь пустят, где есть кислород. Итак, смотрим. Что мне нужно сделать? Опа. Снаряжение. Скафандр. Рулон. Свинцовая краска и алюминий. Свинцовая краска одна у меня есть. Вторую мы сделаем сейчас из краски и свинца. Угу. Рулон. У меня вообще есть сам по себе рулон? Или мне его только создавать надо? Так, мне его надо создавать, но это не проблема. Свинец. В таком количестве мне его сейчас не надо. Ложу. Открыть. Рулон явно из ткани какой-то делается, да? Я надеюсь. Так, щелочь не нужно, это все не нужно, да? Да. Окей. Будем по мере необходимости, так сказать, использовать. Рулон, свинцовая краска. Свинцовая краска. Это ресурсы. Рулон, да, из 4 тканей. И сейчас мне нужно композиционный свинец. Сколько у меня? 6. У меня 6 штук. Ай, блин. У меня же была одна. И здесь мне понадобится еще пластик, алюминий. Алюминия 5. Алюминия 5. Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Минусы. И у меня нигде не завалялся еще один алюминий. Черт. Окей. Давайте смотреть. А что, рулон же у меня есть? А, я не создала рулон почему-то, я думаю, чего его нету. Создай. Видимо, переключилась, и поэтому он не создался. Ты серьезно? Я уже все увидела, что ты закончился. Почему? Во. Как долго? Уровень защиты от радиации все еще недостаточен для полета к точке эвакуации. Необходимо еще улучшить экипировку или нажать на пункт «Выйти из игры» в меню вашего скафандра, что решит все проблемы. Как это мудро. Что мне нужно? Мне нужен алюминий и пластик, но у меня нет алюминия. Поэтому надо искать алюминий. Где мне его взять? Где мне взять алюминий? И здесь нет места. Да, серьезно, нигде нет места. Давайте я так сделаю. Это сюда положу. Это сюда. Да, сюда. Ну, а это я уж так и быть выброшу. Мне нужно алюминий. Алюминий, по-моему, щупом собирался. Или дрелью. Либо дрелью. Либо щупом. Что-то из этого. И он где-то был на астероидах. Мне тогда нужно срочно найти его и создать скафандр. Давай, дайте мне алюминия. Пожалуйста. Где-то же ты был. Я вот лично собирала его здесь, где-то поблизости. Где-то здесь. Вижу щелочь. Но щелочь мне не надо. Нужен алюминий. А что, алюминий тогда с другой стороны? Ну, вон там что-то еще есть. Щелочь. Щелочь, по-моему, да? Вот щелочь. Алюминий прям здесь где-то был. Под ногами, так сказать. Щелочи сколько много, а? То я щелочь не могла найти, то алюминий не могу найти. Что это такое? Что это такое? О, нашелся. Чем тебя, дрелью добывать? Залежи алюминий, да, дрели. Прям под моей базой, считайте. Во. Я вот тут сверху, он тут снизу был. Все оказалось гораздо проще. Давай. Поднимайся. Подъем. Залезай. Ух, успели. Что мне теперь нужно для шлема? Свинцовая краска. Пластик и стекло. Стекло. Свинцовая краска и пластик. Пластик у меня есть. Отлично. С
использовать снаряжение создателя. В связи с высокой токсичностью краски обновленного скафандра, вероятность вашей гибели от радиации становится ниже, чем вероятность гибели от самого скафандра. В связи с этим допускается возможность полета к точке эвакуации. Ура! Можно кричать. Теперь нам разрешили к точке эвакуации тащиться. Так, ну к точке эвакуации мы уже должны тащиться вместе со станцией. То есть мне нужно создать станцию, взять ее и тогда уже тащиться. Но создам я ее уже в невидимую быстренько сейчас. И в следующей серии мы обязательно туда полетим. Полетим исследовать, что за точка эвакуации и как там жить. 1600 метров, представляете? 1600. Ну, а вы обязательно поддержите меня перед таким далеким путешествием своим лайком под это видео, своим комментарием, а также подпиской на канал, на Дзен-канал, на Телеграм-канал. Всем, ребят, удачи и всем пока!